найден уникальнейший артефакт. Я думал, ну когда же я его здесь найду, потому что болотце вот здесь, болотце борьбы за любовь здесь, а коромысла любви не нашел. И посмотрите, вот оно, не само коромысло любви, а даже его заготовка первоначальная. Вот здесь вот болотце борьбы за любовь, там стояло поселение, и, значит, когда наступал у молодых парней гон, да, вот этот брачный там позыв, и они, значит, если так получалось, что больше одного-двух парней за одной девочкой, за одной красавицей ухаживали, крестьянкой, да, им производили соревнования любовные, и оно происходило вот здесь, на болоте любви. То есть, что для этого делали? Их бросали в лес без еды, там, без интернета, без всего, блядь, просто. Древняя Русь, вот так. Интернета еще не было, наверное, не знаю. Короче, им давали заготовку коромысла любви. Они истощен, им не сразу давали, а по прошествии времени, то есть они устали, изголодались. Им скидывали с вертолета, ну, этим парням. Вертолет, интернет, заебись была Древняя Русь. Короче, и они должны были, маленькие ведра, и они изготавливали коромысло, и они должны были осушить болото борьбы за любовь, куда кинули колечко от этой красавицы. И они осушали, искали это колечко, и кто первый находил, тому доставалась эта принцесса. Ну, если они выживали вообще. Вот сейчас я, значит, я знаю, что там есть колечко какое-нибудь. Я сейчас изготовлю коромысло любви. Посмотрите, сейчас я нажму на паузу, не буду никого пугать, а то начну срать, тяжело. Это знаете, какая сталь, блядь, древнерусская? Ну вот, я изготовил коромысло любви. Посмотрите, какой я сильный силач, звездный лорд. Теперь можно искать где-то эти ведра и осушивать болото. Там лежит колечко возлюбленной. И Олеся вот здесь вот ходит. И она, когда я изготавливал коромысло любви, она сейчас приходит, говорит, ты что здесь дрочил, что ли? А почему ты так говоришь? Звуки такие были. Ты посмотри. Ведра ищи, я пойду сейчас осушать болото борьбы за любовь. Мне надо, говорит, и ищи. Ничего себе.